Самарские «Жигули» – самые молодые горы русской равнины. Самарская Лука – географический объект. Это особо охраняемая природная территория. Откуда взялось название и что оно означает? Какие растения здесь можно встретить? Испытать себя в качестве ботаника. Откуда берет начало и куда ведет экологическая тропа Жигулевского заповедника? Примерно 1,5 часа. Занимает в среднем темпе пройти этот маршрут. Что представляет собой урочище каменные чаши? Дотронувшись до вот этой купальни, он превратил ее в каменную. Смотрите программу «Компас ГИС» 12 июня 18:45 на телеканале «Самара ГИС».